слоняюсь по салонам и бутикам. Часами выбираю, примеряю, ничего и не купив пока. Все время притворяюсь, будто цвет слегка не тот или не тот размер. А все лишь потому, что мне достался очень жадный кавалер. Кавалер жмот в очках, жмот в очках, жмот в очках. Не покупает ни шмоточков, новеньких шмоточков. И все подруги давно летают в Париж и в Милан. А я, надев темные очки, тусуюсь на рынке черкизовском. Тусуюсь на рынке черкизовском. Я модная девчонка, я в онлайне почти круглосуточно. 15 тысяч лайков — это только результат промежуточный. Кафешка с надписью Wi-Fi я прошла и вновь не заметила. Я ж не потащу туда свой старенький задроченный Pentium. Pentium, гад же ты, ну и гад же ты, гад же ты. Не покупаешь мне гаджеты модные, гад же ты. И все подруги с макбуками, с айфонами и с айфонами. И даже самые страшные с Galaxy нотами. И даже самые страшные с Galaxy нотами. Лучше б я жила б с Вовочкой, с толстым, с лысым, но на рублевочке. И все подруги заткнулись бы завистью, глядячи, как я небрежно верчу в руках от Мерседеса ключи. Не знала б я никогда проблем со шмотками и с айфонами. Застыл улыбки бы насовсем мой новый рот силикон.